Телевидение. Заходите в гости. Заходите, заходите. Хоть телевидение и режимное предприятие, но гостям, да еще таким, которые с удовольствием пытливо исследуют окружающий мир, рады всегда. Первая остановка в студии, где снимаются программы и новости. Как выясняется, многие экскурсанты активно смотрят «Видное ТВ». Видели все границы? С дедушкой. С дедушкой. Дедушка, небось, футбол любит. И с моей папой. Здесь можно попробовать себя в любой роли. Одна из девочек на несколько секунд смогла преобразиться в ведущую новостей. Здравствуйте, студия новостей. А кому-то под силу даже справиться с телевизионной камерой. При этом тут же можно увидеть себя в телевизоре. Вот они какие, вот, да, они вас снимают. Правда, во время настоящей съемки некоторое отсутствие телевизионного опыта все же ощущается. Ты стоял за операторским пультом. Как, не захотелось быть оператором? Захотелось. А что тебе кроме этого еще понравилось на нашей телекомпании? Здесь монтируют фильмы, передачи. Что тебе вот лично больше всего понравилось? Я тоже хочу сниматься. Впрочем, опыт – дело наживное. Куда интереснее фотографии на стенах, оборудование с мигающими лампочками и большие компьютерные мониторы. А впервые мы здесь. И расскажите мне, пожалуйста, нам, чем вы занимаетесь? Очень приятно. Меня зовут Леонид. Я делаю для сюжетов заставочки, какие-то плашечки. Доступно рассказать о телевидении пятилетним людям довольно сложно. Монтажеру Ольге Садовской приходится тщательно подбирать слова. Здесь пошли, спросили у кого-то что-то, да, поменяли разные места, то есть прошли по городу, грубо говоря. А нам надо все это собрать под текст. Полчаса экскурсии прошли как 5 минут. Посещение телекомпании, как это всегда бывает, оставило массу впечатлений и у детей, и у сопровождающих взрослых. Тут творят такие чудеса в плане передач, и наши дети познакомились с этим совсем. Это впечатлило больше всего. Именно вот, скажем так... Кухня. Кухня ваша, да. Вот то, как и где вы варитесь, и что вы выдаете в итоге. Скажите, вам понравилось то, что вы сегодня увидели? Да! А еще в гости к нам придете? Да! Ну, всего хорошего и до свидания. До свидания! Вполне возможно, лет через 15 мы вновь увидим кого-нибудь из этих ребят, но уже в качестве сотрудников телекомпании. Максим Козлов, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видно это.